Всем огромный привет! У нас на дворе еще осень, а я уже решила отснять ароматы зимы. Вроде бы как ноябрь, и не осень, и уже не зима. Холодно, слякотно, выпал снег. Как-то на душе душу хочется согреть, сделать ее более такой красивой, милой. И поэтому у меня, в общем, уже начинается зима. Сейчас вам покажу, что я отобрала. Я не снимаю ароматы там месяца, потому что последний раз я снимала видео ароматы весны, а потом летом я пользовалась одной туалетной водичкой, я не могла пользоваться абсолютно ничем другим, поэтому не было смысла снимать, но зима — это особенное время года, когда нужно заморочиться и снять видео. Смотрите, сейчас я уже начала пользоваться активно всеми водичками от компании Vrache, которые называются так или иначе ваниль. Тут были лимитки, тут были водички, которые до сих пор продаются. И это, конечно, что-то такое, нечто волшебное. Я не буду сегодня рассказывать, заостряться на нотах. Все водички с нотами, с полным описанием у меня есть в разделе «Парфюмерия». Там я просто рассказывала и по цветам, и по нотам, и по категориям. Поэтому и по коллекциям, кому интересно, заходите, посмотрите. Но сегодня я вам просто расскажу о своих впечатлениях. Вот знаете, что самое интересное, если мне сказать, выбери вот одну водичку из четырех компаний Vrache, которая тебе нравится именно с ванилью. И я скажу, что я выберу вот эту вот водичку, снежная ваниль. Она самая-самая легкая, нежная, такая в меру сладенькая, более юношеская, какая-то, я бы сказала, безответственная. То есть ее, когда наносишь, ты чувствуешь такую легкость, нет никакой, не возникает никакого чувства какого-то дискомфорта, неприязни, хочется улыбаться, хочется как-то поднять себе настроение. У меня ее осталось совсем немножко, и я надеюсь, что когда-нибудь компания Vrache все-таки повторит эту водичку, выпустит, потому что это, конечно, просто бомбическое. Девчонки, у кого есть, ставим пальчик вверх, кто еще сохранил эту водичку. Вот эту водичку компания Vrache сняла с производства. К сожалению, это была такая легендарная серия «Секрет де Сан». Сейчас произошел перевыпуск. У меня осталась вот половинка. Были у меня водички, я их дарила. Это действительно шикарный подарок. И я сейчас стараюсь беречь, но не знаю, скорее всего, может быть, зимой ее даже и полностью использую, не буду заостряться на том, чтобы там оставить немножко. Девчонки, эта ваниль уже более такая культурная, посильнее, у нее уже меньше сладости, она немножко какая-то такая более, ну, стойкая, наверное. А что меня поразило в этом году, я, ну, достала из своих запасиков обычную классическую органическую ваниль, и это ваниль, вернее, бурбонскую ваниль. У меня еще где-то есть органическая, я ее почему-то не нашла. Возможно, я ее уже использовала. Вы знаете, и она у меня стояла, наверное, года полтора, где-то в запасиках, коробке в темной. И я ее достала недели две назад, начала ее использовать. Я ощутила такое удовлетворение. Это та самая идеальная, наверное, ваниль, которая пойдет зимой абсолютно любому человеку. То есть она в меру и сладкая, и в меру пряная. И вот еще есть у меня такая водичка. Это в прошлом году была лимитка. Ночная ваниль. Она меня сразу не зацепила. Я ее почему-то не ощущала. Но сейчас я увидела сходство вот с этими водичками. И тоже пользуюсь. Она, кстати, вот не сильно стойкая. Такая послабее, прям слабее всех. Ладно, с ванилью мы разобрались, тогда уже покажу вам ароматы именно и Vrache, которые у меня, потянулась рука, мне очень захотела. Я сделала сегодня за тест и мандарины с пряностями, и груша в шоколаде. И когда ее наносишь, вот этот вот аромат, эту водичку, она вроде бы такая сначала сильная, какая-то увесистая, но когда это все развеивается, даже проходит минут 5, идет просто невероятно красивый шлейф. Эти водички вообще абсолютно не стойкие. Вот груша, она прям пахнет, ну вот грушей, которая вот, наверное, растет где-то в теплом регионе, на даче, где ее абсолютно не пичкали никакой химии. То есть это что-то такое натуральное, ну дюшес, наверное, вот я бы сказала.
Я бы не сравнила ее там с конференцией, с какой-то. Ну, вот лесная красавица, наверное, сорт. Это вот точно здесь эта груша. Хочу быстрее использовать. Хочу, чтобы эти водички меня радовали. Еще привлекло мое внимание Амано Детеити. Вода, она тоже такая теплая. У нее даже оттенок такой теплый. А флакон, конечно, такой какой-то необычный, вроде бы как и недорогой, и похож на одеколон какой-то мужской, но меня эта водичка всегда как-то напрягала, делала мое сосуществование с ней каким-то неплодотворным, то есть меня она душила. А здесь в составе содержится легендарный цветок Маной, и он представлен в различных гелях для душа, также в гелях для мытья волос. Вот там он такой легкий, ветреный, но здесь он достаточно такой приторный, поэтому ее нужно совсем немножко. Сейчас, кстати, мне почему-то прям очень эта водичка понравилась, мне захотелось ее использовать. Давайте пробежимся по ароматам Avon. Не могла я не включить вот эту вот классную водичку Максима. Во-первых, да, все отметили, что флакон невероятно красивый, но содержимое меня тоже безумно порадовало. Это тоже теплый аромат. Не знаю, возможно, здесь есть ваниль. Я смотрю, что сейчас меня тянет к ароматам, в которых хоть немножко, но есть ваниль. Какой-то стратоцвет, что-то такое. Вот даже жасмин, где присутствует, мне очень-очень сейчас охота. Девчонки спрашивали, есть ли у меня на дне хлопья. Девчонки, нет никаких хлопьев. Я сожалею девчонкам с Украины, которые получают заказы, и у них водички идут с хлопьями. Девчонки, наверное, была бракованная партия. Не переживайте. Я думаю, что кто сделает затест из клиентов именно вот этой водички, им будет без разницы, есть там хлопья или нет. Это просто невероятно легендарнейший аромат. Мне даже в какой-то момент показалось, что это аромат от компании Ив Роше, что-то такое дорогое, красивое и очень стильное. Обязательно буду ей пользоваться. Вчера, кстати, ее нанесла и кайфовала всю ночь. Она меня не душила абсолютно. К зимнему аромату я бы отнесла такую какую-то лимитку. Ее несколько раз делали лимиткой, и я ее каждый раз покупала. Это такой Dazing Moments. Это именно новогодний звонкий, по-моему, тоже ванильный аромат. Вот он действительно, вот он новогодний. Я даже чувствую, что пахнет вот Новым годом. Я чувствую, что когда его наношу, вроде бы здесь нет ничего хвойного, но мне кажется, так пахнет именно квартира, когда стоит елка настоящая, там сосна или ель. И вот этот праздник, он уже в преддверии где-то в душе, поэтому я этот аромат постоянно использую зимой уже не один год и нахожусь от него в диком восторге. Также почему-то мне сейчас приглянулся весенний аромат Daydream. У меня два таких флакона, и я ими вообще, вот они, кстати, полные оба. Это я когда так держу здесь, так сливается. Знаете, этот аромат очень-очень стойкий, очень сильный, очень тяжелый. Но вот сейчас я его нанесла не на тело, не на кожу, я его нанесла на шарф. И когда он развеялся, дня через три я надела шарф, я была просто поражена. Я думала, ну какой водичкой я вообще пользовалась, откуда такой шикарнейший аромат. И оказалось, что это был Daydream, и я его включила именно в зимние ароматы. Ну, куда же мы без легендарнейшего аромата Today? Взяла вот такую вот тридцаточку, очень-очень редко им пользуюсь. Рука тянется, тянется. Ну, как-то больше я весной его люблю, но зимой я тоже без него не могу жить. Вот когда начинают уже приходить морозы, я бегу куда-нибудь утром в магазин, наношу его и сажусь в машину. Потом я ощущаю этот аромат тоже не один день. Просто кайфую от него, поэтому без Today вообще никуда. И также раньше я очень любила Tomorrow аромат, и посмотрите, у меня практически он использованный на 60%. Это самый теплый, самый классный зимний аромат. Тоже его нужно совсем немножко, чтобы не испортить всю картину праздника, чтобы он не напрягал и чтобы можно было себя чувствовать очень-очень комфортно. А как оказалось, что ароматов Avon я, как всегда, накидала сюда очень-очень много.
И куда же без Ситираж? Это тоже аромат именно зимний. Я рада, что когда я зарегистрировалась повторно в компании Avon, я успела ухватить в последнем каталоге, ну, может быть, там в 16-м или в 15-м, это был ноябрь или начало декабря. Я почему-то без The Test ухватила вот эту вот водичку, я там еще была розовая, я ее не стала брать. И, о боже, когда я ее протестировала, я не понимала, что может ли быть такой суперский, теплый, красивый, стойкий аромат, который тоже достаточно экономичный, и я рада, что мне удалось его купить. И что, каково было мое удивление, когда мне моя любимая подружка по Ютубу, Кристишка, прислала мне вот такой аромат от Гуччи. И вы знаете, я когда нанесла Гуччи, думаю, ну, на что-то похоже мне это очень вода. Потом я все там сравнила и поняла, что вот эти ароматы, они очень-очень сильно схожи, невероятно схожи. Кто, девчонки, хочет вот этот аромат себе, то обратите внимание на Гуччи. Очень классно. Буду обязательно с превеликим удовольствием пользоваться именно сейчас. Mesmerize Black. Ну, тоже сладкий аромат. Вот как ни странно, все сладкие ароматы сегодня попали в мой обзор. Я не стала брать ни одного аромата с той коллекции, которую я приготовила на весну. Там у меня было вообще очень много ароматов, порядка, наверное, 50. И вы не поверите, я ими всеми пользовалась. Может быть, какой-то один где-то там был в простое. Тоже интересный аромат, экономичный. Вот мне нравится, что ароматы очень-очень экономичные, и их не нужно лить очень много, чтобы их ощущать. И вот сейчас я знаю, Avon сделал перевыпуск компании, ой, водички Faraway Infinity. Я ее покупала, может быть, даже года 3 назад или 2, я не помню. Но это был, наверное, точно 2017 или 2016. Но 18 это... Нет, в 18 я ее точно не покупала. И, вы знаете, сейчас у нее уже изменилась крышечка. Немножко другой стал флакон, более изящный. Это матовый флакон. И вот из всех фаровеев, не считая фаровей какой-то там буквально предпоследний, у меня есть и голд, и классический, и вот только нету, по-моему, гламура. И вот знаете, вот этот Faraway, он похож чем-то на классику, но он вот берет своей, не знаю, какой-то ретро-ноткой. Вот это тоже исключительно зимний, шикарный, красивейший аромат. А из Эйвона у меня остался последний. Рэй Аметист, сливовый аромат. Он тоже, мне кажется, содержит в составе ванильку. Потому что этот шлейф, он завораживает людей вокруг. Это постоянные комплименты, потому что аромат действительно очень-очень комплементарный. Но если его тоже перелить, то, мама дорогая, можно, конечно, задохнуться. Далее, не очень много у меня ароматов от компании Faberlic. Как-то, не знаю, не все ароматы Faberlic меня могут тронуть, как-то задеть за душу. Ну вот Алена Ахмадулина, она меня сразу зацепила. У нее оторвалась кисточка, была тоже такая, как у Фаравея. Это, конечно, очень-очень красивый аромат. И он однозначно зимний. И еще один сладкий аромат, инкогнито классический. Ну, не знаю, я как-то не любитель именно этого аромата, но сегодня я перед видео сделала The Test, и сейчас я ощущаю, начинается как разветриваться именно этот аромат. Мне очень, девчонки, очень-очень сейчас это стало как-то близко. Мне захотелось сейчас им пользоваться, как-то почувствовать вот эту красоту именно этой водички. Как же мне сильно понравился Мисс Джордани Intense. Я его покупала перед Новым годом, в том году. Я думаю, что компания Oriflame все продумала и сделала запуск именно или перед Новым годом, или после Нового года. Но это, я не скажу, что это какой-то сладкий аромат, но он тоже интересный. Он мне тоже напоминает зиму, напоминает вот этот аромат. Они даже похожи по цвету. То есть я делала анализ в свое время, сравнивала по цветам, и действительно ноты часто совпадали в сетевых компаниях. А люксовые какие-то ароматы делала за тесты, ходила по магазинам. Девчонки, вот этот аромат тоже очень-очень классный, женственный, нежный, невероятно красивый шлейф у него.
от французской компании Доктор Пьерико. Мне нравится зимой использовать М. Тоскан. Это нежнятина, просто нежнятина. Вот сейчас я показывала Интенс от Oriflame, и вот этот аромат мне тоже напоминает именно эту категорию. И не могу, конечно, сейчас убрать аромат от Гипноз от Lancôme. Не знаю, девчонки, вот третий уже флакон на себя вылила за все время, а еще не прошел и год. Я не могу жить без этого аромата. Этот аромат у меня был в использовании все лето. Мне не нужно было ничего. Здесь как раз содержится та самая моя любимая ваниль, стратоцвет, еще что-то, по-моему, жасмин. Но что самое интересное, это очень нежный, красивый аромат. Это что-то невероятное. И что самое интересное, в образе парфюмерной воды он мне абсолютно не нравится. А вот туалетная вода – это то, что не дает покоя ни мне, ни моим близким, ни людям, которые меня действительно меня засыпали комплиментами. Я этим летом, я купалась, я не знаю, я просто себя ощущала каким-то человеком, которого... Ну, не знаю, мне делали, мне подходили там буквально и мужики, и парни, и женщины, и там какие-то подростки, девчонки, они говорили: ой, а что у вас за водичка, что у вас за аромат, что у вас там, ну, вот прям действительно, вот крест, вот, крещусь сейчас, потому что это действительно, наверное, тот аромат, который мне подошел на... Не знаю, не на 100%, а на 101%. Поэтому я сейчас должна буквально вот недавно, ну, уже пришла эта посылка, то есть мне нужно сходить забрать. Я думаю, что дня через два я схожу, в понедельник заберу. И, в общем, конечно, я буду пользоваться с удовольствием вот всем тем, что я вам сейчас показала. Я безумно рада, что мне удалось в этом году отснять вот это вот видео, не переборщить, не доложить, а именно выбрать то, что мне будет по душе. Ставим обязательно этому видео пальчик вверх, либо вниз, подписываемся. Девчонки, пишите комментарии, что вы сейчас будете использовать. Мне очень интересно. Возможно, что-то я возьму на заметку. И, ну, возможно, может быть, даже себе что-то еще добавлю. Спасибо, что оставались до конца этого видео, досмотрели его. Всем вам удачи и пока-пока.